Привет! Сегодня у нас в гостях вот такая вот посылка. Это посылка из магазина GearBest, ну, как всегда, потому что распродажи были. Вот здесь у нас квадрокоптер, который я купил, который стоит около где-то $30, и я его купил за 9 с чем-то, по-моему, или чуть меньше. А, нет, 9,99 он был по флеш-распродаже, я его купил за 7 с чем-то, воспользовавшись поинтами. Тут характеристики: 4 мотора, 6 аксис, 6 гироскопов, 7,5 минута полета, батарейка 400 мА, 360 стунт флип, не знаю, что это такое, 3 скорости, подсветка, 14 на 14 на 4 сантиметра размер. Здесь у нас ничего, здесь у нас какая-то еще техническая информация. Вот. Давайте открывать. Вот. Вот это так вот все выглядит. Это у нас... Это получается у нас зарядка USB и инструкция. Инструкция на английском языке. Ну, пока они нам не нужны. Вот, давайте посмотрим. Отдельно идет два контейнера, отдельно идет у нас пульт управления. Какой дебелый пульт. Антенка. Антенка несъемная, я так понимаю. А, может это щелкнется? Нет, нет, не снимается. Такой простой. Куча кнопок, off-on. Здесь нам нужно 6 батареек, я так понимаю. А зачем нам так много батареек? Я думал, если заряжать можно вертолет от него, тогда ладно. Этот не возвращается. А, вот здесь возвращается немного. Слева-вправо центрирует. Этот тоже центрирует лево-вправо. А, этот и вверх и вниз тоже центрирует в центр. А этот вверх-вниз не центрирует, а влево-вправо центрирует. Так. Пусть полежит, у меня все равно нету столько батареек. Не подготовился, я не знал, что их так много нужно там. Далее у нас какая-то то ли переходник, то ли что, это непонятно. Картридер, наверное, какой-то или что, USB сливать, наверное, информацию с квадрика. Вот, и 4 черно-белые запасные лопасти. Ну и давайте теперь посмотрим на сам квадрик. Камера залеплена защитной пленочкой. Нет. Такие моторчики, сделано все хорошо. Батарейка съемная. 3,7 вольта, 380 миллиампер часов. А на коробке написано 400 миллиампер часов. Вот уже одно несходство. Вот. Больше там ничего нету. Карты памяти тут тоже нет. Ну вот сюда можно вставить карту памяти и вот этот вот переходник для считывания карты памяти на через USB. Давайте попробуем
подключить. Сразу замигал огоньками. То есть батарейка заряжена. Все, дальше найду карту памяти, найду батарейки, и мы попробуем им полетать. Пока то, что я вижу, мне очень-очень нравится. И сделано оно так все намного увереннее, чем, помните, я обозревал Hide Home. Вот, на Airbag. Ну, этот, по-моему, посолиднее так выглядит. Хотя стоят они одинаково практически. Зарядка не подает никаких признаков, заряжается или нет, ну, нельзя определить. То есть здесь нет ни лампочек, ничего. Ну, будем надеяться, что заряжается. Пока заряжалось, никаких признаков не было. Как только зарядилась, загорелась красная лампочка. То есть не, пока она черным, ну, ничем не горит, значит заряжается. Как только красная загорелась, значит зарядилась. В общем, нашел кучу батареек. Я не советую так поступать, как сейчас поступлю я никому. Желательно, чтобы все батарейки в любых устройствах были одного производителя. У меня же они тут все разные. Нашел по всей квартире, к сожалению, нету с собой сейчас. Есть дома у меня Xiaomi-овские батарейки. Так, 6 штук. Вот. Вот это, наверное, уберем, потому что я не знаю, что она, вот эти должны быть все заряжены. Вот, и две запасных у нас будет. Итак, то есть должны быть все одинаковые батарейки, ну, от одного производителя как минимум. Вот, потому что если оставить батарейки разного производителя, чаще всего они начинают течь. Поэтому это такое предостережение, но я думаю, у нас заработало. И сейчас будем пробовать запускать. Карта памяти как тут у нас вставляется. Хочу сразу попробовать, как она будет. То есть внутри-то ходит, и карточка немножко торчит. Видите, защелкнулась нормально, но немножко торчит. Батарейку я заряжал несколько дней назад, когда получил. Не проверял, она зарядилась нормально или нет. Но, видите, заработало все. Так. Вот так. Вот. Ну и будем сейчас пробовать. Немножко потренировался, и немножко у меня получается. Вот в такой позиции выключены все моторчики, да, то есть начинаем чуть-чуть добавлять, и он добавляет. Вот, и этим уже управляем влево, вправо, вперед-назад. Здесь тоже, если мы будем поворачивать, он поворачивается. Вот это вот запись с камеры запустить. Вот это я не помню, что... Ну, в общем, в инструкции все кнопки есть. Я буду сейчас разбираться. И, ну, как бы для обзора пока хватит. Давайте попробую немного взлететь. Квадрокоптером как раз нужно на улице тренироваться, потому что для квартиры мало пространства, у меня немножко не получается. О! Отлетел. Отлетела одна лопасть, но она целая, все в порядке. Здесь вот уже волосинку намотала. Вот, классный, управляется лучше, чем Hide Home, который я раньше рассматривал. То есть пульт, конечно, намного удобнее. То есть здесь, давайте. Тянет руку вверх. То есть обороты
этим управляют. Для ворота. Музыку можно делать. Знаете, есть альтернативные музыканты, которые играют там на все, в чем попало. Вот на этом квадрокоптере реально можно хорошие мелодии делать, ну как скрейчи. Сейчас потренируюсь и попробую немножко взлететь и показать вообще, как бы получается у меня или нет. В общем, не получается у меня управлять им в квартире. Он такой резвый, шустрый, немного сильнее нажал, и он сразу уже оказался в стене. Вот опять отлетел. Одна лопасть отлетела. Но они все как бы целые. Я уже им много раз падал, крутился, все. Об стенки бился, и все отлично. Он весь целенький такой, весь хороший. У нас сейчас очень холодно на улице, слишком... Чересчур, я бы сказал, холодно, поэтому сейчас я на улицу не пойду. Для обзора, я думаю, этого достаточно, понять, что квадрокоптер действительно интересный и прикольный. Да я даже классный, намного лучше, чем... Ой, я снимал, не снял пленочку. Ну, посмотрим, что я там наснимал закрытой пленочкой. Реально, вот если сравнивать Hide Home, который у меня был ранее с управлением с телефона, но этот намного круче, здесь есть пульт, удобно пользоваться, добавляем, сбавляем обороты, влево-вправо он по оси поворачивается этим, ну и этим он прям будет лететь, то есть, допустим, это влево, он будет вот так лететь, вот этот поворачивает, вот так будет он делать, а этот будет лететь, перемещаться влево-вправо, прямо, вот, единственное, что не хватает для него пространства, этот уже квадрокоптер для улицы предназначен, поэтому, как немножко потеплеет, я возьму это все добро, и мы прогуляемся на улицу и запишем, как он летает, и как раз потренируюсь управлять им, потому что, ну, реально, я еще раз повторюсь, в квартире нереально с ним управляться, очень тяжело. Ну, или хотя бы там ангар какой-то большой. Все, спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь, до новых встреч и удачных покупок!